Долгожданный реванш. На весы приглашается Еркебулан Токтар из Казахстана. Вес спортсмена 7,7,1 килограмм ровно. Следом приглашается его соперник Абдулазиз Сотволдиев из Узбекистана. Вес бойца 7,7,1 килограмм ровно. Битва взглядов фейс-ту-фейс перед реваншем. Оставим все на октагон. Оставим все октагон. Завтра будет жарко. Итак, друзья, представляю вам бойцов в синий угол октагона. Боец представляет Казахстан. Ему 26 лет. Рост 180 сантиметров. Вес 77,1 килограмм ровно. Он призер Алматы по боксу. Призер Нур-Султана по боксу. Рекорд 2-1. Поприветствуем Еркебулан Токтар! Его соперник – красный угол. Ему 20 лет. Рост 185 сантиметров. Вес 77,1 килограмм ровно. Он мастер спорта по кикбоксингу. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Мастер спорта по грэпплингу. Рекорд 2-2. Итак, поприветствуем Абдулазиз Сотволдиев! Первый раунд! Файт!
Поиграй там, блядь, хороший!
Во втором раунде, на втором минуте, на 13 секунде, с нокаутом победу одерживает боец из синего угла Еркебулан Токтар из Казахстана. Узбекистан, ассаламу алейкум. Казахстан, ассаламу алейкум, қалайсыздар? Жақында барам үйге. Бәрі жақсы, рахмет. Узбекистан, спасибо вам за теплый прием. Я здесь чувствую себя как дома, потому что я родился в Шымкенте.
Там такие же прекрасные люди, как вы. Спасибо моему сопернику за то, что он согласился выйти на реванш. Этот реванш для меня значит очень многое. Ал енді қазақ бауырларым, Ғазиз, Азамат, Алишер, Тима, Рони, Fight Club-тағы жігіттер, барлықтарыңа рахмет за двухмесячный лагерь. Мама, папа, мен сіздер сағындым, жақсы көрем. Алан, скоро ағаң барады еге. Дәулет, рахмет, местный, Шерәлі, брат, ты мой брат. Казахстан приедешь, я тебя встречу, провожу. Я с тобой останусь в Казахстане. Всегда 24/7. Брат, рахмет, всем от души спасибо. Нуреке, рахмет. Узбекистан, яхшимисле, халисле. Во-первых, хочу поздравить нашего победителя, бойца Эркей Булан. Bu inson Qozog'istonda blogerlik va aktyorlik bilan san'atga aloqasi bor inson. Hamma ham san'atda o'zidan chiqib, aynan mana shu xavfli jang sahrasining ichida turish hammaga ham emas, tan olish kerak, gap yo'q. Malajets. Shu chempionimizga, o'zini bugungi mana g'olibimizga bitta qarsa egalari, ayamaysizlar mehmonimizga. Уважаемые основатели этого октагона и U1, спасибо большое, что мы так вместе, дружба народов, вы как бы всегда поставите как бы в первую очередь. И это хорошо, когда соседние страны с нами вместе вот так вот бок о бок сражаемся и получается иногда против них. Давай так сделаем, давай много не будем говорить, а то наш народ много не любит слушать, а любит смотреть. Если ты не против, вот я тоже как актер, я хочу бросить вызов тебе, если ты согласен. Боледы мы шнакасы? Если хочешь, вот здесь лицом к лицу, может быть, сейчас устроим, если ты не против, конечно. Али, брат, у меня 3:30 самолет, я улетаю, я не успею с тобой подраться. Я сейчас тебе сделаю вызов. Посмотрим на камеру, мы же актеры. Кто красивее, первый батл. Второй батл будет, кто сильнее, это попозже, хорошо? Брат, я сделал вызов тебе, ты должен принять, брат. Я на этот вопрос не отвечаю, потому что у меня страха нету ни перед кем, кроме Всевышнего. Поэтому мой ответ в любом случае будет да, брат. Спасибо за принятие моего вызова. Последние слова, конечно, брат, я очень зауважал тебя. Конечно, мы никого не боимся, только Всевышнего. И давайте вызов, если примет, бойс на следующем лиге. Итак, дорогие дамы и господа, face to face. Битва с